Привет, друзья! Сегодня этим видео я буду вдохновлять вас на уборку. А как часто вы убираетесь? Лично я за последний год очень сильно поменяла отношение к чистоте и уборке в целом. Если еще 2 года назад я могла весь день потратить на вылизывание кухни или ванной комнаты, тщательно убирая пыль и расставляя баночки, то сейчас моя планка очень упала. Причем я не стала свиньей. И даже если я остаюсь дома одна на продолжительное время, у меня всегда порядок. Вы спросите, почему? Ответ очень прост. Раньше я с помощью уборки снимала стресс. Да и любимых занятий актива было недостаточно много. Поэтому и тратила уйму времени на то, чтобы сделать чистоту там, где она не была никому нужна. Да-да, это был камень в огород бывшему. Что касаемо сейчас, мировоззрение и бытовые вещи поменялись, как и наличие активности. Я вспоминаю про уборку, когда уже мой ноут покрывается пылью или на ковре уже ковер из моих волос. Благо моя мама изредка имеет смелость пройтись пылесосом в моей комнате. Мама, привет! Она смотрит это видео в любом случае. Я не перестала получать кайф от чистоты или процесса уборки. Я скорее поменяла подход. Стараюсь делать уборку в моменты, когда этого реально хочется, нежели в моменты, когда просто нужно, кому нужно, только непонятно. Хотя, признаюсь, было время, когда в мою комнату невозможно было зайти. Не, серьезно, чисто физически нужно было пробираться сквозь горы одежды. Так мне было комфортно, эта одежда меня как бы защищала, при этом я давала себе отчет, что я живу уже в помойке, а не в комнате. Жуткое было время, но мы это пережили. Говоря про мы, это я и моя лень. В общем, я всегда стараюсь придерживаться минимализма, никаких лишних вещей, только самое необходимое. Хотя иногда мне кажется, что их все равно очень много, и сколько бы я от них ни избавлялась, на место старой кофточки или вазочки в любом случае придет что-то новое. Кстати, очень хороший лайфхак для тех, кто снимает стресс уборкой. Это смотреть подобное видео, эффект тот же, но усилий меньше. Всегда приятнее наблюдать, как другие наводят порядки. Я такие видео тоже люблю. Еще я пересмотрела свои выходные с точки зрения уборки. Еще с детства в моей голове есть установка, что выходные созданы для уборки, работы, но никак не для отдыха. И эта установка во мне сидела очень долго. Пока ко мне не пришло осознание того, что я устала и хочу отдохнуть свой выходной. А уборка подождет. Процесс бесконечный, кстати. Сколько ни убирай, все равно убирать. Тут больше важна дисциплина в поддержании чистоты. Положить где взял, видишь лежит, убери. Поэтому теперь выходные у меня исключительно для отдыха или важных дел. Хотя бывает совпадает так, что есть желание убирать выходные, но это скорее исключение из правил. А пока мы тут с вами болтали, я уже успела прибрать всю свою комнату. Оставляйте свои комментарии про ваш любовь к уборке, а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока!